Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина проверила работу избирательных участков в Одинцово. В театрально-концертном и досуговом центре на улице маршала Жукова, культурно-спортивном центре «Мечта», а также в Одинцовской гимназии номер 11. Парламентария обсудила ход голосования с председателями участковых избирательных комиссий и наблюдателями. Голосование проходит открыто, прозрачно, без нарушений, в соответствии с действующим законодательством. Созданы все условия для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Для избирателей старшего возраста организовано голосование на дому, рассказала Лариса Лазутина.